На нашем проекте участники выступали в самых удивительных образах. Были у нас и монстры, и марионетки, и даже мертвецы. А Тай покажет нам киборга. Давайте посмотрим. Сейчас будет назван победитель третьей тройки участников. А десятый заключительный номер серии – это один из лидеров зрительского голосования. Таким образом, мы получим четыре номера, из которых жюри и выберет победителя сегодняшней серии.